Вместе ходили на завтраки, на обеды, на тренировки, вместе посещали как бы и фонтаны, и на конем поехали вместе. Наверное, это все единое целое, мы вот это все собрали, и команда стала командой. Я рад, что, конечно же, у нас есть чемпион мира, это великое событие. Жан у нас талантливый парень, у него еще все впереди. Я надеюсь, что он будет олимпийским чемпионом. Но то, что сделала команда, для меня это выше всего. Поверьте мне, вот этот кубок, который здесь перед вами, это действительно событие, это труд всей сборной, это всей команды. Наверное, мы сработали, я благодарен, во-первых, всем ребятам и тем, которые вместе со мной бок о бок работали. Мурат Мартынович Сарксян, Владимир Владимирович Шацкий, Наталья Викторовна Соколова, наш врач, и все-все, кто именно в последнем этапе, на этапе соревнований, мы сработали действительно как один механизм. Ребята, которые отборолись первый же день, тот же Тимченко, его сегодня здесь нету, он после такого тяжелого дня, как он отборолся, завоевал бронзу, он пришел и помогал Александру Чернецкому. В разминке, в процессе. Это дорогого стоит, это надо было видеть. Это действительно поддержка всей команды. И мы все в одно целое собрались и выдали этот результат. Я благодарен всем. Я надеюсь, что у нас все еще впереди. И в командном зачете, и будут олимпийские медали.